Я правильно понял, что вы сами за рулем? Да. За рулем чего? Меня красавица, моя любимка, Peugeot 3008, кроссовер черного цвета, моя прекрасная машинка. А мама, я насколько понимаю, не водила? Мама водила, мама была заядлым водителем. Да. И, к сожалению, абсолютно, знаете, это какое-то вот стечение обстоятельств. Тот день, она на следующий день... Должна была ехать за своей машиной из ремонта, забирать ее и везти в трейд-ин, чтобы отдать и взять новую машину. Моя мама водила машину сама и обожала вообще все, что связано вот это вот порулить. И сама без водителей у нас никогда этого не было. И давно, там, знаете, я не знаю, она мне, по-моему, уже лет 18 сказала, срочно сдавай на права, надо, чтобы ты водила. У нас все семьи водили, и бабушка, и мама. И бабушка водила? Да, и бабушка водила, у нее было Рено голубого цвета. Да, а бабушка, она... Ее нет, бабушка актриса была, Людмила Голуб, прекрасная актриса. То есть у вас просто династия получается? У меня династия, мало этого, что приятно, у нас совершенно все закольцовывается. Моя бабушка работала в театре Гоголя. А сейчас им руководит наш друг Кирилл Серебренников, который, как я поняла, у вас был. Да, был. Да. Еще будет, надеюсь. И мы совершенно вообще счастливы того, что произошло открытие Гоголь-центра. А мне вдвойне приятно, потому что именно там мой дедушка познакомился с бабушкой, и у них началась любовь. Надо же. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».